Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В четверг москвичей ожидает облачная погода и небольшой снег. Как сообщает портал Метеоновости, температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0 градусов, по области от минус 5 до 0. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 3,8 метров в секунду, а относительная влажность воздуха около 80%. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!